Всем большой привет! Сегодня информационный портал Retail.ru на конференции X5 Диалог. Отличное настроение, классное мероприятие, очень полезное. Много контактов, много общения. Очень приятная конференция, полезная для компании. Мы уже давно являемся партнерами компании X5. Хотели услышать о направлениях развития компании. Сегодня мы со сцены услышали главные слова, те, которые ждали, что стратегическое партнерство – это будущее. Как будет дальше двигаться X5, какие векторы развития, очень интересно, особенно Чижик. Какие основные фокусы на будущий год вот вы для себя ставите? Это развитие торговой сети на территории, это открытие новых торговых точек по максимуму, это сотрудничество с новыми производителями, с новыми поставщиками, как с центральной России, так и максимальный охват действующих производителей. Одно из ключевых направлений – это развитие форматов магазина у дома. В общем-то, Пятерочка для нас такой один из ключевых приоритетов. X5, который только появился во Владивостоке, на Дальнем Востоке, мы уже там есть и стали сразу же их партнером. Поэтому сейчас мы вместе с ними увеличим там свою логистику и свои поставки. Фокус на снижении затрат совместных при работе, я имею в виду логистических. Фокус на развитие наших брендов. Спасибо большое X5, что делают такие мероприятия и так, в общем-то, открыто рассказывают про свои планы и свои цели. X5 молодец, они прогрессируют вместе с поставщиками. Планы расти, развивать, они всегда такие у бизнеса, они всегда такие у нас. Идти вперед, только вперед, делать модные, красивые продукты. Мы рассчитываем на то, что мы будем дальше работать над развитием продаж, над эффективностью продаж. Безусловно, все получится, потому что есть намерения и с нашей стороны, и со стороны партнеров. И смотрите все материалы сегодняшней конференции на сайте retail.ru. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пока.